Фамилия, имя, отчество. Ну стой, открывай. Открывай! Чем зарабатывали в последнее время на жизнь? Сделками через сантехникой, заменой сантехники. Мошенническими действиями занимались в составе группы? Да. Кто руководитель был? Сантехническими услугами занимались? Был готов ответить на все вопросы в присутствии личного адвоката. Сантехническими услугами занимались? Да. Занимались ли мошенническими действиями в отношении пенсионеров? Отчасти. За что задержаны? Задержан за мошеннические деятельности. В отношении кого? В отношении клиентов пожилого возраста. Сантехническими услугами занимались? Да. Знаете, за что задержаны? Подозреваю в статье 159, часть 4. По какой теме задержаны? По теме мошенничества. Сантехническими работами занимались? Занимались. Вину свою признаете? Признаю. За что задержан, знаете? Да. Сантехническим оборудованием занимались, установкой? Да. По какой причине задержаны? По звонкам людям. Каким звонкам людям? По сантехнике. Подробнее. Входила ваша обязанность? Обзванивать людей. Знаете, за что задержаны? Знаю. Чем занимались? Диспетчер. По какой тематике? Сантехника. А подробнее? Чем занималась ваша компания? В какую компанию работали? Компания занималась установкой сантехники. Мошенническими действиями занимались? Занимались. По какой причине задержаны, знаете? По сантехнике. Подробнее? Осуществляла звонки людям по бесплатному осмотру сантехнического оборудования.